Сотрудники Верхнесалдинского отдела ГИБДД устанавливают обстоятельства довольно странной дорожной аварии, приведшей к гибели человека. Накануне вечером в городе Нижняя Салда, в котором, среди прочего, находится ведущее предприятие по производству российских космических двигателей малой тяги для маневрирования космическими аппаратами, 44-летний водитель Pontiac Vibe, заметив на дороге пешехода, не успел сманеврировать и наехал, по его утверждению, на сидящего человека. 20.09.2020 года около 20.15 водитель, двигаясь со стороны улицы Подбельского по улице Луначарского в сторону улицы Энгельса в городе Нижняя Салда, допустил наезд на пешехода, который сидел на проезжей части дороги. В результате наезда пешеход скончался на месте до прибытия скорой помощи. Слова водителя подтверждает и видео, снятое его автомобильным регистратором. В 9 часу вечера в дождь на почти неосвещенной улице, где расположены частные дома, видимость была очень слабой. Пешеход был одет в темную одежду, да к тому же свет фар встречного автомобиля не позволили рулевому Pontiac вовремя заметить человека на дороге. Так что не то чтобы объехать, но даже затормозить водитель не успел. Личность погибшего установлена, это 43-летний житель Нижней Салды. С какой целью он находился на дороге, неизвестно. Следователи не исключают, что еще до этой аварии он мог побывать в другом дорожном происшествии, второй участник которого с места происшествия мог скрыться. Пострадавшему же просто не хватило сил покинуть проезжую часть. Сотрудники госавтоинспекции призывают водителей быть внимательными в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, а пешехода, в свою очередь, не нарушать правил дорожного движения.